Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, я отправляюсь в магазин, тут у нас две колоды, давайте посмотрим, что выпадет нам из них. Пицца, звездочки и, блин, и доллары. Хорошо, еще есть одна колодочка, может быть в ней нам что-нибудь дадут получше. Я вижу, кто-то там просвечивается, и это саблезуб. Ну что же, хорошо, давайте заберем с вами баксы, мутаген. И у нас два задания выполнены. Тоже заберем из них ревард. Как звездочки, а здесь тоже звездочки. Хорошо. Так, и следующее у нас, ребята, задание будет поднять. Ох ты! Конечно, давайте призовем себе этого саблезуба. Две звезды. Ну что же, у нас с вами появился новый персонаж. Это очень хорошо. Но мало, если честно. Так, кому поднять уровень-то, а? Ну давайте по укусу, фиг с ним. Хотя у нас Донателло, нет, лучше Донателло, да. Давайте сделаем вот так. Забираем ревард за выполненное задание. И тут у нас сразиться в 10 боях в режиме кампании. Также в 3 боях. Но это уже в сложном режиме. Сейчас мы это, ребята, все с вами сделаем. Обязательно надо делать вот эти ежедневные задания, потому что там дают карточку. Обязательно в конце. Так что последнее задание. Есть. Причем мы получаем с вами зэка. Забираем ревард. И следующее. Здесь уже нужно 10 боев, ребята, сделать. У меня хоть хватит карточек-то на бесплатные боя, я что-то не посмотрел. Должно хватить. У меня 8 билетиков, так что должны уложиться. Прям, как говорится, точь в точь. Так, очки, мутаген. Все это, ребята, нам нужно, пригодится. Мутаген нужен для того, чтобы мы могли развивать скиллы. Ну и также, естественно, поднимать уровень своим персонажем. Это, кстати, немаловажный фактор, потому что если мы хотим с вами дальше продвигаться, то, естественно, у нас должны быть герои очень хорошо прокачаны. Не какие-то там бронзовые звезды, а нужно именно золотые. Я уже про платиновые, по крайней мере, молчу. Так, давайте вот это, наверное. Хотя... Нет, давайте, наверное, вот это мы выполним задание с вами. И тоже получим с вами ревард. Так, поехали. Ну, это можно пропускать, это мы все время с вами читаем. Ух, так, надеюсь, моя команда здесь справится. Так, начинает зэк. Давайте вот с этого. С Майки, потому что Майк... Оу, какого лешего ты мне Эйприл забомбил, а? Олух ты несчастный. Ну-ка, Майк, давай масухой. Блин, как-то не айс все у нас получается здесь. Да ладно, он еще подхиливается здесь, а? Раф, ты достал. Так, блин, теперь Лео тут булыжник на нас катану. Ох ты, а почему так? Я что-то, ребята, не понял, почему они меня так разбирают легко? Такого не было даже раньше. Проходил, в принципе, без проблем. Что изменилось-то? Так, хорошо, Майка мы забомбили. Так, Лео, получи. Не понял, у них что? Ах ты, у них автоподхил идет. Они отхиливаются, ребята. Ух, чувствую, здесь будет все плохо для нас. Нифига не вышло. Ну, ладно, давай так сделаем. Блин, нет, не... Да что ты там снято, снял себе все. Так, давай замедлим их. Получится, нет? Двоих замедлили, хорошо. Оу, у меня Майк упал. Слушай, ребят, по-моему, не получится у меня здесь пройти. Так, контрудар. Ну, добьем этого Лео. Да, добили. А ну-ка, вот так сейчас сделаем. Тигр Малорик. Надо добомбить. Рафа хотел добыть. Ну, в принципе, все нормально, ребят. Если сейчас у нас Донни отдуплится, то задание будет выполнено. А он должен у нас... Да хорош ты еще, валуны-то свои. Ну, зэк, последний удар за тобой. И... Да. Прошли. Ну, правда, с одной звездой всего лишь, ребят. Только лишь зэк у меня выжил. Но, тем не менее, задание выполнено. Забираем все эти плюшки. Сейчас, секунду, ребята. А, все задания даже сделали. Давайте-ка мы вот так вот соберем, все сбросим. Воу. Хорошо-то как. И вот здесь забираем. Также у нас карточка Рафа достается в конце. Да, все отлично. Что у нас тут по списку? Ничего, ребята. Ну что ж, тогда, как обычно, мы идем с вами на арену.
Кого выберем? Давайте, наверное... Блин, давайте вот этих вот посерединочке. Хотя можно было бы... Нет, лучше здесь. Лучше этих ребят мы сейчас забомбим. Так, у нас 5 карточек на откат, если что. Ну, я думаю, 2 боя мы, наверное, с вами зарулим. Так, ну что, олухи, давайте попробуем, кто кого здесь. Давайте замедлялочку. Зэк бросает. Так, теперь тигр. Есть, ребята, все шансы у нас на победу здесь. Ух. Не-не-не-не-не, даже не пытайтесь. Тут вы уже все проиграли. Получаем усиление от Криса. Замечательно. Ух, куда ты тут, а? Макмен, выделываешься. Бинго. Отлично, ребят, ну что, осталось лишь только их добить здесь всех. И будет наша победа. Хе-хе. Все как нужно, все вообще идеально получилось у нас, ребят. Так, в принципе, сколько мы получаем мутагена? 865. И поднимаемся с вами. Да, самураи у нас уже. Так, ну что, давайте еще, наверное, с вами один бой сделаем. Кого бы нам выбрать? Давайте, наверное, попробуем вот этих вот. Тут сплинтер, как раз я еще не видел, что он из себя представляет. Заодно и посмотрим. Делаем откат своим персонажем, иначе нам придется, ребята, ждать 3 часа. А зачем оно нам нужно? Конечно же, не нужно. Лучше потратить карточки. Ух, ну... Так, в принципе, должны затащить, ребята, эту каточку мы. Неплохо, тигр, давай, массово всех. Накажи. Так, теперь майки. Ну, как-то так, ребят. Оу, только не подхил, нет, блин. Да что ж такое-то, а? Что ты тут выделываешься, а, Раф? Оу. Так, усиляемся. Ну и уже, ребят, придется нам, наверное, сейчас бомбить уже. Так. О, сплинтер. Что он делает? Крит-удар повысил всем. Вот это плохо. Хорош тут гранатами бросаться. Хе-хей. Нуб. Так, в кого, в кого? Блин. Опа, контрудар, отлично. Так, у меня также у Майка контрудар. Так что, ребята, если что, должны тут отбиться. Нашинковали. Хе. Бибоп, успокойся, а. Блин, по-моему, у меня сейчас Крис. Да, ласты откинет. Ну-ну-ну, добьешь? Молодец, Эйприл, умничка. Так, давай этого командира красных щей завалим. И остался только лишь Бибоп. Блин, ну почему Крисы именно, а? Вот у них всегда, ребят, у автоботов, я смотрю, у автоботов, у автобоя, он всегда делает так, что бьет самого слабенького, у кого мало хп, и, естественно, добивает. Так, все, добивочный. Иди, сиди на жопе ровно. Так, победа. Все, ребят, больше мы с вами пвпшиться не сможем, потому что карточек у нас нету, и мы поднимаемся с вами на... 81 место. В турнире Лига самураев. Все, здесь можно закругляться. Так, что у нас тут-то? Ежедневно. Ага, мутаген. Я думаю, что есть смысл побороться за эти штучки-дрючки. Тем более у него 3 звезды. Я забыл, как его звать, там, этого чувачка. Но он у меня уже есть. Так что давайте его наказывать. Ага. О-о-о, с выстрела снес. Тигр, ты малорик. Ладно, попробуем тогда, наверное, вторую партию. Ну давай, 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 300 мутагена, хорошо. Здесь уже 600, 3 звезды, 20 уровень. Да порвем, в принципе, ребят, должны. Никуда он не денется. Даже автобой сейчас его порвет наверняка. Опа. Вот зачем он делает вот это, Майк, я не понимаю. У нас нет ничего такого, чтобы можно было снимать. Все, тигр добивает. Отлично. Слушайте, может быть, тогда и третью партийку? Ну, сейчас посмотрим. Хотя, какая разница, да? Если мы первую, вторую прошли легко, я думаю, третью пройдем. Так что давайте, ребят, не будем мешкать. Нам, как говорится, 900 мутагена нужно все равно. 30 уровень, 4 звезды. Должны порвать. На автобой, ребята, влепляем. Бум. Ага. Тигры в малоре. Вот зачем опять Майк вот это вот делает? Я не понимаю. Что ты там снимаешь постоянно, вечно? Ага, бросает фигню свою.
Тигр, малорик. Не, ребят, порвем мы его. А вот дальше, я думаю, что нет смысла прыгать. Там уже не победим его. Ух ты, смотри-ка, выстоял. Ну что же, 900 мутагена тоже, как говорится, на дороге не валяется. Нам чем больше, тем лучше, все это пригодится. Так, хорошо. Забираем. Это сколько? 1200 там было бы, но мы не потянем, ребята. Так, здесь у нас что? Ага, эпизод 11. Пробуем, наверное, ребят, пробуем. 40-е уровни. Так, кого нам взять-то? На Эйприл, как всегда. Так, Бибоба мы убираем и ставим... Не-не-не, вот, Крис мне нужен. Вот оно, измерение X. Это огромный глаз? Не дай внешнему виду сбить себя с толку. Здесь очень опасно. Надо держаться рядом и нельзя терять фильтры. Атмосфера тут ядовитая. Фильтры какие-то? Противогазы, что ли? Это что у нас тут за клоуны стоят? Ну-ка, прощупаем обстановку. Так, массовые удары, ребят, мы оставим на дорожку. Как говорится, на последнего босса. Пока будем так пытаться. Ох ты! Ничего себе, бомбят-то они здесь не кисло, смотрите. Эй, даже не знаю, ребята. По идее, нужно было бы отхилиться. Так, давай, Крис, усиляй команду. Так, бомбанем, отлично. Так, тигр добьет. Один крэнк упал. Так, этот, о, этот ватненький у нас, хорошо. Значит, мы, ребята, его... ну ты даешь, а, братюня. Свою сраку показал с двумя пулеметами. Нормуль, ничего лучше не придумаешь. Получи тогда. Ну, добьем? Нет, не добили. Майк, давай. Так, сколько здесь? Три волны. Мы перешли с вами на вторую. И кто у нас тут? Ага, те же самые олухи, плюс еще один дроид. Ладно. Давайте попробуем вот так вот. О, Крис, неплохо. Звякнул. Так, тигр. Отлично, ребят. Ну, в принципе, я думаю, что здесь мы пройдем эту волну. В третьей я пока не знаю, что нас будет ожидать. Надеюсь, не все так будет плохо. Да что ты со своей сракой? Ускорение? А, оскорбление, ё-моё. Ладно, он сделал провокацию на себя. Готов. Ну и добивочные делаем, ребята, и все. Третья волна, убиваем босса, надеюсь. Кто там у нас будет, и хрен его знает. Но должны его вырубить мы. Нам нужно с вами дальше продвигаться по сюжетной линии. Так, отлично. Вот она, волна 3. Ух ты. В принципе-то, что, ребят, сейчас затащим. Я думал, что здесь будет какой-то босяра, а здесь, как видите, какие-то крэнги, блин, в костюмах почему-то горилл. Ну, обезьян, это явное дело. Так, давайте, наверное, массовый выстрел сделаем. Тюн. Так, мы им и атаку, точнее, одному. Опа! Они усилились. Хорошо, я думаю, что это их не спасет. Крис, давай, наверное, так будем атаковать. Чем быстрее добьем, тем лучше для нас. Вот гаденыши что творят, а? Может быть, получится на 3 звезды пройти, а это будет вообще шикарно. Да елки-палки, добивай. Хорошо, и остался у нас этот дроид. Ну, вау, ха-ха. Зэк его взрючил. Ну что, ребята, 3 звезды вообще шикарно. Тогда есть смысл дальше идти. Ну, так, 95 мутагена нам дали. Эпизод 12. Оу, 46 уровень, плюс 5 звезд золотых. Я не знаю, ну, попробовать все-таки стоит. Хотя бы глянуть. Что такое? 2 босса? Ну, в любом случае, надо смотреть, ребят. Я думаю, что, конечно, будет очень и очень жарко для нас. Но глянуть все-таки, наверное, стоит. Так, мы сейчас вот здесь вот кое-что глянем. У нас же здесь, да, у нас здесь все абсолютно пройдено. Так что здесь нам продвигаться некуда уже. А вот здесь есть. Ух, была не была, как говорится. Я не виноват, ребята, если что. Это у нас просто обзорчик. Все идет не по тому плану, который был выбран крэнгами в качестве плана. Опять не свою ересь городят. Да, черепаха создает много проблем для крэнгов. Крэнги должны остановить черепаху, пока черепаха не остановила крэнгов. Крэнги в этом согласны. Черепаха должна стать новым планом крэнгов. Бред, бредятину эти киборги говорят, на самом деле. Несуразицу какую-то. Ну что? Ребят, они нас
превосходят, как видите, на очень и очень много уровней. Ну, я посмотрю, все-таки попытаюсь. Как можно дальше дойти. Хочу глянуть, что здесь за боссы. Эти два каменных голема, я так понимаю, что они там будут оба. А может быть и нет. Да блин, Крис упал, а. Печалька, ребята. Ладно, давайте тогда вот так вот. Ага. Ну, тигр добьешь? Ну, конечно, добьет, ё-моё. Он у нас, извините, не ватный. Он у нас супер-тигр. На-ка. Так, меткость мы понизили, хорошо. Оу, он еще и медлит. Ну, это... Он, конечно, зря. Все, остался один у нас вот этот вот... Крэнк. В бота-машине какой-то и с пулеметами. Сейчас мы его порвем. Но у меня, ребята, всего лишь 3 героя осталось. Это печалька. Даже если я дойду до босса, естественно, мы не сможем его выиграть. Хотя мы его навряд ли выиграем, потому что 46 уровень, 3 звезды. А у нас только лишь вторая волна. Есть только один вариант, ребята, да, бомбить массовыми атаками. Хотя бы просто глянуть, посмотреть. Давайте мы, наверное, так с вами и будем делать. Так, тигр, только живи. О, молодец. Давай бомбанем вот так вот. Шикарно. Добиваем. Ну, с этими справимся. Короче, до босса мы с вами однозначно дойдем. Ну, вот насчет победы над ним я, конечно... Эй, все, тигр упал. Печалька большая, кстати. Да успокойся ты. Да елки-палки. Смотри, непробиваемые. Есть. Ну вот, мы с вами и добрались до босяры. Кто такой? Покажи свое лицо. О, знакомые личности. А это еще... Они вдвоем, что ли, будут здесь? Да ладно вам. Бум. Ничего себе. Да ладно. Все, ребят, тут, тут все понятно, короче. А ну-ка. Да. Победа мне здесь, конечно, только снится. Поражение, естественно, ребят, тут... тут уже, как говорится, к бабке не ходи проиграть. Я не знаю, мне нужно раскачиваться, развиваться. Изучать новые скиллы, поднимать им уровень. Минимум на 45-м только лишь туда идти. Так, а здесь-то у нас... Здесь у нас пройдено это все. Если я сейчас буду заканчивать эту серию, получится, наверное, слишком как-то коротко для нас. Поэтому я, скорее всего, ребят, сделаю так. Отсниму вторую серию, потом ее сюда прикреплю. И у нас получится длинная, полноценная серия видосиков. Так что, ребят, далеко не уходите. Я надеюсь, что вскоре выйдет у нас второй выпуск. Так что ждем. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Как обычно, заходим в магазин и открываем колоды. И смотрите-ка, что там сзади. Ага, хан. Ладно, хан так хан. А здесь что нам достанется? Так, пицца, мутаген, доллары 20 штук. Макман, что ли, или мне... Да, а, нет, Крип, Крип, конечно же, ребята, две карточки Крипа. Давайте-ка заберем Ревард, замечательно. Также у нас здесь мутаген и доллары. Все это забираем. Так, задание выполнено, опять же, тут сборы. Так, ну, обычно по стандарту, ребята, у нас что идет? Ну, давай, еще зависло-то, во. Так, поднимать уровень, как обычно, персонажу. И это у нас будет... Кому мы можем вообще поднять тут уровень с вами? О-о-о, подожди, подожди, что-то я не то делаю, ребят. Хе-хе, по секунду. Так, давайте-ка, где? Где у нас кто? Ага, крысиный король только остался. Ну что же, подняли ему уровень. 25-й. Салага еще, ё-моё. Так, ладно. И что? Забираем, естественно, Ревард за задание. Нужно сразиться теперь в 3 боях в сложном режиме и 10 боях в обычном режиме. Поехали. Так, карточку Зека дадут. Ох ты, ребята, сейчас, кстати, мы с вами получим уровень следующий. Это будет у нас 42-й. Ха-ха, ну-ка давайте еще немножко поднатужимся. И нет, еще рано. Еще рановато, ребят. Но зато сейчас, наверное, будет. Ну, да, 42-й уровень. Ребят, поздравляю нас всех. Очень шикарно, колода нам достается. Ну и что же нам подкинут, ребята, здесь? Ох, звездочек неплохо. Опять Зек, ладно. Так, ну а теперь 7 боев осталось в обычном режиме, ребят, нам.
сделать. Естественно, будем делать все это за карточки, чтобы как можно быстрее выполнить эти все задания. Ну, заодно и мутагены себе здесь поднакопим, да? Так, здесь у нас две, не можем. Вот здесь можно. Так, подожди, ребята, у меня, кажется, идейка есть одна небольшая. Так, вот, вот здесь нам нужны вот эти вот ящики красные с инструментами. Вот так они правильно называются. Их мне нужно очень много, потому что некоторые скиллы у персонажей учатся только лишь вот благодаря этому ящику с инструментами. Поэтому чем больше мы их сейчас соберем, тем лучше будет для нас. Ну, елки-палки, сколько еще нужно-то, а? Смотрите-ка, задание пока еще молчит. Ну и я... Во, все, ребята, выполнили, забираем. Так, и нам нужно одну серию испытаний, как обычно, пройти. Давайте, наверное, вот здесь и начнем. Может быть, даже на автобое. Потому что я больше уверен, они здесь и сами, ребята, справятся у нас. Так, хотя давайте-ка мы сами сейчас вот так. В принципе, по-быренькому сейчас разберем их здесь. Ха. Никаких, я думаю, проблем не будет. Блин, опять, ребята, я зашел с другого этого эмулятора андроида. Да, по другим расширениям, поэтому, как видите, у Эйприл не показывается полосочка жизни. Ну ладно, как-нибудь это мы, я думаю, переживем. У меня стоит два эмулятора. Один из них Nox, а другой BlueStax. Поэтому в данный момент я играю именно из-под Nox. А в нем вот почему-то такая трабла. Ну да не беда. Потом я просто-напросто поменяю расширение, и все будет у нас на мази. А пока придется вот так вот драться. Ну что там еще за сообщения приходят мне, а? Втихушку. Некогда мне отвлекаться. Я очень занят сейчас. Блин, единственное, что я не вижу, сколько у Эйприл ХП осталось. Так, хорошо. Давай-ка, опа. Упал, замечательно. Добиваем остальных. Стреляем. И остался лишь дроид. Точнее, уже не осталось. Все, ребята, прошли на 3 звезды. Забираем наши 2 оставшихся реварда. Ну, это все понятно, да-да-да. Так, собрать. Задание забираем, ребят. Так, 70 звездочек. И плюс еще одна карточка Рафа. Возможно, скоро мы его с вами откроем. Ну что, вроде бы все поменял, и должно быть нормально. Так, куда пойдем-то, а, ребята? В бой, на арену. Так, поехали. Хоу, подожди, подожди, подожди. У нас задание выполнено, я забыл забрать. Так, возвращаемся. Задание, вот. Вот это нужно забрать в первую очередь. Естественно, ребята, а потом уже пойдем с вами на арену. Так. Все. Турнир у нас только начался, поэтому здесь будут все, как обычно, ватные, да? Кого бы нам выбрать? Давайте вот этих ребят выберем и попробуем взять для начала каких-нибудь слабеньких своих ребят. Кого взять-то лучше? Ну, давай Пиццелицей. Потом у нас будет... давай Макмана. Так, Крип. И Бакстера возьмем. Все. Должны, по идее, справиться. Ну, в крайнем случае, возьмем свою суперскую команду. Тогда порвем обязательно. Ну. Эх, начинает Раф баловать. Ладно, ты сам... Да ладно, еще Бибоп тут ходит. Так, ну-ка, Пиццелицей, давай. Опа. Ух, отлично, теперь кричим. Понизили скорость, давай, Бакстер. Опачки. Да, ребят, мы здесь с вами выиграем, я больше чем уверен. Даже Донни здесь не поможет. Один готов, добивай. Оп, Бибоп упал. Ты, как детишек разобрали, елки-палки, а, ты посмотри. Ну что же, первая победа за нами, идеальная, это очень хорошо. Естественно, мы будем с вами продвигаться дальше. Почти 500 мутагена заработали. Ух ты, еще немножко, и мы с вами перейдем уже в Лига Элиты 2 звезды. Кого бы нам тут выбрать? Ну, давай, прогружайся. Ага, давайте вот этих вот первых. Набираем свою командочку. Так, так. Кого взять-то мне лучше, а? Давайте Карайку, наверное, возьмем. И... блин, Кейси неохота. Давайте Муху, наверное, да?
Хотя оно у меня не прокачанное. Ну, по крайней мере, не жалко будет с ней распрощаться. Ну, поехали, карайка. Ну, в принципе, неплохо. Ох ты. А вот это вот... Да ладно, Майк, хорош усилять свою бригаду, блин. Это не есть хорошо, ребят. Так, ну-ка, провокацию сделаем. Хотя его, наверное, сейчас разберут моментально. Эти ребята у меня все не прокачанные. Вот в чем проблема. Так, ну-ка, звезданем. Так, он тоже встает в провокацию. Блин. Должны мы все-таки справиться, я думаю. Ну-ка, муха. Ну и урон, конечно, у нее. Блин, вот этот вот пес мутантный. Довольно мощный. Блин, он еще и отхил сделал, а? Хорошо, давайте тоже встанем. Как говорится, в провокацию. У меня и этот в провокации, и пес. В общем, нормально. Должны протянуть. Из отхила у них только мышь. Это Кирби. Блин, да как же ты меня бесишь, а? Вот встанут в провокацию и не пробить нифига их. Опять он усиливает. А, нет, ребят, нет, нет. Я уже думал, усиление пошло. Нифига. Так, сняли защиту. Давайте, оп, готов, олух. Так, теперь мы будем разбирать уже Кирби. Да что ты... Так, ну-ка, пинком ее... Вот так вот. Ха-ха. Блин, муха, ну у тебя вообще дамаг, конечно, никчемный. Блин, пес вообще промахивается. Опять кунаи полетели. Черт, ну давайте добивать уж, что делать. Во, отлично все получилось. Подхил, конечно же, подхил. Так, кунайчиками бомбанем. И уже будем добивать этих ребят. Ага, укрепляет. Ну это, конечно, ты зря сделал. Вас всего двое, это тебя не спасет, поверь мне. Так, карайка... Нет, не упала. Смотри-ка. Ну и все, остался только Майк, который для нас, в принципе, ничего сложного не составит. Чтобы его разобрать, естественно. Так, ну, добьем. Да, добили огурца. Идеальная, причем, победа у нас. И это хорошо, ребят. Потому что мы сколько мутагена зарабатываем? Почти 500, опять же. И элита... Две звезды. Ух, поехали. Так, выбирать будем по уровню. Кто нам сейчас здесь достанется? 29, 26, 28. Вот, может быть, этих взять. У них тут 26, 25. В принципе, должны мы с ними справиться. Зэк. Зэк нам пригодится. В принципе, мы можем взять Зэка и слабеньких каких-нибудь своих персонажей. Вот так, так. И... Слушайте, давайте Зэка уберем и возьмем вместо него Криса. Я думаю, что такой вариант тоже прокатит. А здесь возьмем, наверное, нейтрализатора. Да, попробуем вот такой вот командой пройти. Хотя, ё-моё, я посмотрел на его команду, и мне что-то стало плохо. Блин, Майк начинает с усиления. Вот это вот плохо для меня. Сейчас начнет разбирать. Ай, гаденыш. Все на Криса идет нападение. Ну ладно, давай. Рафа бомбанем. Оу, нехило. А ну-ка еще. Слушайте, все пока нормуль. Оу, как же так? Блин, ну ладно. Надеюсь, усиление нам поможет. Хорош, Донни. Блин, подхил сделал. Так, добьем, нет? Да что ж ты будешь делать? Ну, Кейси, молодец, все, отлично. Так, подожди, какого перепуга? Мне это не нужно. Слушайте, в принципе, судя по тому, как все идет, а почему это у нас тут Майк валяется где-то перед нами? Че это он не вернулся в свою команду? Сам, как говорится, напросился. Все, ребят, добиваем этого чувачка. Добьем же? Добили. И остался лишь только Донни и Майк. Блин, не хочу, конечно, чтобы у меня кто-то упал. Идеальная бы победа мне не помешала бы. А, да что такое? Что за фигня-то? Что за ошибка? Почему выпадает это окно? Ну, распрощались, и остался лишь только Донни. Донни Мак. Так-так-так, давай попробуем добить. Лишь бы он масуху не применил. Ну, да, вообще козырно. Идеальная победа, соответственно, мы получим с вами много мутагена. Не знаю, что произошло, ребят. Опять же меня выбросило, только уже полностью из игры. Не посмотрел, сколько там мне мутагена досталось. Ладно, давайте тогда сделаем
Вот так вот с вами. Это моя основная команда. Ну и, наверное, вот этих вот олухов доберем. Должны пройти. Как ни крути. Оу. Ну что ж, понеслась. Начнем с замедлялки, наверное, да? Ох, вообще классно. Тигр, добьешь там двоих-троих-то? Двоих снес. Троих даже. Отлично. Ну и Майк, наверное, добивает остальных. Ха! Идеально! Да, ну теперь у меня не остались карточки героев, с которыми я могу выступать дальше. Хотя у меня 16 карточек есть на скидку, ребята. Просто стоит ли их тратить? Вот в чем вопрос. Слушайте, ладно, не будем мы ничего здесь тратить. Давайте-ка мы дальше с вами. Кстати, мы получили же с вами уровень, так? Поэтому нам нужно прокачаться маленько. Ну давай, тигр, поднимем тебя по уровню. Отлично. У нас хватает, еще хватает. Так, Зэк, Майк. Майк обязательно. И Зэка. Как раз на троих хватило. Вообще четко все. Ну что, давайте тогда с вами куда-нибудь отправимся. Сюжетку, наверное, нам пока еще рано. Мы с вами все равно босса того не завалим. Двойного причем. Ну, а повыполнять задания, в принципе, можно. Давайте вот ежедневные глянем. Ага. Приступим. Так, Змейка Вьюн у нас здесь. Блин, что-то у меня какие-то карты не айс. Не айс, ребята, если честно. Ладно, думаю, что сейчас мы его забьем. У нас, по крайней мере, раскачанный зэк здесь есть. Я думаю, что он справится. Ах ты, смотри, колдует, гадюныш. А ну-ка, получи-ка замедлялку. Так, ну, а дальше будем его уже разбирать. Слушайте, ребят, если честно, я так понимаю, что всех героев здесь не получится у меня прокачать, да? Мне нужно делать определенный выбор. Как и, в принципе, во многих играх, чтобы зря ресурсы не тратить, нужно выбрать определенную команду и уже ее прокачивать. Так, эпизод 2. Ну-ка, давайте посмотрим. 40 уровень, 4 звезды. Вряд ли мы потянем, конечно, с вами. Ах, и даже не знаю, что теперь и делать. Так, тут у нас что? Давайте попробуем. Блин, там офигеть. Все голдовские. Оу, щет. Блин, ну и команду мне дали, а? Ты посмотри. Никак не прокатит. Девичья сила. В прошлый раз я не смог эпизод 4 пройти. Как-то сложновато было. Ну, давайте здесь за карточки быстренько пробежимся. Может быть, нам что-нибудь... Ага, 3 осколка дали. Ладно, что еще нам подкинут? Во, 25. Нормуль. И... Ну, так, Змея Карай. 2 карточки. Хорошо. В принципе, вот здесь можно еще посмотреть. Кого дадут? О, Карайку 2 карточки дали. Так, еще... Радарные маяки. Блин. Может попробовать все-таки, а? Руки чешутся. Давайте выбираем Карайку и Эйприл. Будем ими играть. Так, так. И вот этих вот ребят голдовских, естественно, с собой заберем. Была, не была. Получится, так получится. Блин, 4 волны здесь. Ух. Ну, будем потихоньку разбирать, стараться. Так. Да этот жопа-пулеметчик тут достал ты уже, а? Упал. Нормуль. Крэнк. Ну, крепкий, крепкий, малый, ничего не скажу. На. Блин, ну, Эйприл, ты же усиленная, причем мощная. Почему у тебя такой слабенький удар, а? До этого ты жарила, будь здоров, а сейчас что-то сдаешь позицию у меня как-то. Так, что это такое? Карай сражается вместе с союзником. Так, понятно все. Это нам не нужно, это просто описание какого-то определенного бонуса для нашей команды. Так, ну, чуть-чуть осталось, добьешь? Молодец, умница. Так, вторая волна у нас. О, что это за роботы такие никчемные? Разберем их, в принципе, без проблем. Перейдем с вами на третью волну, а там уже и до четвертой рукой подать. Блин, ты посмотри, провокацию, гад, поставил, а? Ну, зря, зря, конечно, это сделал. Вот так вот упал. Все, Майк, убей его. Оу, круто. Третья волна у нас. И, оу, вот эти ребята мне не нравятся. Очень не нравятся. Да ладно, блин, еще и мимо. А ну-ка, выкусите. Так, хорошо. Давайте, наверное, попробуем вот эту вот заколбасить. Не вышло. Массовый выстрел от Майка.
Так, раз, два, три. Ну, троих мы сейчас снесем, это однозначно, ребят. Получи и распишись. Мимо? Да какого хрена мимо-то? Блин. А ну-ка. Ёпарасоте. Блин, как меня тут бесит лиса, или кто это, не знаю, блин. Раздражает меня. Так, сейчас будет пугать. Да-да-да, под своим гипнозом. Ай, как же меня бесите вы все. Ну, зэк, вот. Вот кто меня никогда не подводит. Вау, щет, блин, карайка у меня упала. Не вовремя. Нет, должны справиться. Массовые удары. Так, хорошо, подхил делаем. Ну, давайте добьем вот эту Эйприл. Да ё-моё, как мне бесит вот лиса. Так, Эйприл, хорош вы делаете, падай. Вот, все, молодец, упала. Ну и с лисой должны справиться. Да что такое, смотри, какие у него удары жесткие. Оу, пол хп отняло у Майка. Так дело никуда не годится, ребят. Ну, Майк, отомсти. Что ты будешь делать? Вот, зэк Малорик. Ух, четвертая волна, ребята. Это что у нас за девочка такая? Блин, вот тебе, по-моему, и дева. Оу, это очередной крэнк тут, одноглазый. Что-то выдумывает опять, а? Ну-ка, давай-ка сделаем вот так для начала. Защиту понизили. Стреляем. Так, давай, наверное, веер бросим. Оу, мимо, да что? И все, и она поплатилась жизнью. Так, замедление прокатит, нет? Фух, удачно. Так, критуем, ребята, критуем обязательно. И постепенный урон повесили. Есть шанс. Вантус. Да, ребят, я только сейчас понял, что он стреляется вантусами, вы прикиньте. Я думал, что это стрел с присосками. Да, мы победили этого маленького злобного крэнга. В машине какой-то, в кукольной он был. Фух. Так, и что же мне дадут-то здесь? За прохождение. Ага, морозильная кошка. Не знаю, не видел ни разу, что она из себя представляет. И эпизод 5. И что же нас тут будет ожидать? Чё? Блин, сыр мороженый кончился. Плохо. Но тогда на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, мы увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть Черепашки-Ниндзя Легенды. А на этом все. Всем пока, удачи и до скорых встреч.